Мешает реклама, нажмите крестик. Привет всем, с вами Антон, на канале Антон Фриланс. Сегодня хочу вам рассказать о массовке очередной. Вот выбрали меня сниматься в качестве охранника. Вот здесь компания называется Airbus. Она осуществляет перевозки людей на вертолетах. Вот. И, в общем, чтобы можно было заказать вертолет с личной охраной. Вот, я сегодня играю роль в качестве охранника. Вот, мне вот выдали вот такую вот куртку кожаную. Вот, автомат. Ну, автомат я потом покажу, я его в вертолете оставил. Вот, вот сейчас сижу в офисе, ожидаем съемочную группу. Вот, я думаю, рабочий день займет так, как обычно, с утра до вечера, то есть где-то с 7 утра, хотя я немножко опоздал, там пробки были, и до 4-5 вечера. Вот, платят за массовки примерно 1500-2000 бат, вот, ну, мне 1500 платят, потому что, ну, там агент такой, в общем, я думаю, там через какие-то руки проходит, но неважно, в общем-то. Вот. Сейчас могу вам показать пока немножко офис. Вот, смотрите. Здесь вот, вот, вот такие вот вертолеты здесь. Есть вот это модели маленькие. И вот там в ангаре стоят настоящие вертолеты. Вот. В общем, тут такие маленькие пассажирские вертолеты находятся. Вот. Там офис, там директор сидит, вот, персонал, летчики сидят, вот. Вот такая вот тайская компания, вот, ну, там потом, я думаю, когда уже мы будем начнем снимать, я вам покажу дальше. Ну, роль у меня такая незначительная, там нужно всего лишь, когда вертолет прилетает или улетает, открыть дверь и там показать, что я вот такой сижу, охранник с автоматом. Вот. Вот, ну все, в общем, до связи. Пока-пока.
я прилетел. Вот моя задача была с открытой дверью, открыть двери с автоматом, смотреть сверху вниз. Вот снимается тут тайский сериал, вот съемочная бригада с камерами. Вот, ну там вот модели пилота наряжаются. Вот, так что вот такая вот сегодня массовка. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю вам всего хорошего. Всего, до связи. Пока-пока. Вот хочу вам показать съемочную бригаду. Вот здесь экшн-муви снимают. Сейчас такая была погоня, перестрелка, взрывы. Вот. Вот гонщик. Вот. Съемки уже заканчиваются. Моя съемка была в качестве охранника, как я уже говорил. Полетал на вертолете. Было прикольно. Огонь. Вот. Так что welcome to Bangkok. Тоже можете попробовать себя в качестве модели. Вот это вот такие массовки. За них платят около 2000 бат. Это 4000 рублей. Достаточно хорошо, тем более для России. Вот. Ну, для Таиланда так, нормально. Вот. А может, вас выберут и на более хорошие роли. Там платят уже больше. И 5, и 10, и бывает 20, даже и 30 тысяч бат. Так что так вот. Ну все, с вами был Антон на канале Антон Freelance. Удачи. Всего пока-пока. Now, look.